топ-топ. А мне, наверное, надо будет перейти на другую сторону. По-моему, да, ребят, если сейчас связь будет плохая, я не виновна. Смотри, сейчас с парнями, да блин, мне сегодня столько людей писало, типа, воу-воу, там какая-то сходка. Я сегодня с одной девочкой встретилась, сейчас еще иду с другом встречаться. Я встречаюсь с людьми, ну, максимум 3-4 человека, там, за раз. Не за раз, а, типа, один раз, второй раз, два. Блин, чувствую, связь будет плохая. Короче, я не устраиваю никакие сходки, я просто, так, не устраиваю никакие сходки, я просто... гуляют с обычными друзьями. Да. Насчет мальчика посмотрим. Я просто не знаю. Я вам говорю, я между этой пушкинской красной бульвара пришла с литровка. Что, блядь? Где, блядь? Алло. Куда идешь? Я иду в бар. Просто я постоянно теряюсь на Тверской. Какой именно выход мне нужно? Так, сейчас на себя поверну камеру. 5 минут назад. Тут остановка какая-то. Ну, наверное, меня здесь поймают. Блин, мне голову продуло, я не могу. Я не могу, то, что мне, короче, головёху мою продуло нафиг. Хожу как дура. То с ватой в ушах, то с ушами заткнутыми. Если ты же говорила, что в кафе... Посмотрим. Посмотрим по ситуации еще. У меня времени много, дел много. Лень идти гулять, гуляем с его глазами. Да вы говнюки. Нет, не теряйте возможность просто со мной видеться. Вот и все. Как у МСК? Все устроили такой неебический огроменный хайп о том, что типа я в Москве, хотя я здесь жила кучу времени. Как бы я здесь не турист, я здесь не впервые, я здесь вообще себя как рыба в воде чувствую. Я писала тебе сегодня. Хорошо. Так, теперь ты ответишь, что по мужикам внешне? В смысле внешне? Писечка. Ой, я так отхожу, короче. Я так сейчас отхожу, и я просто проворганю человека, с которым мне нужно встретиться. Почему у нас сходки такая? Да какая... Почему какая сходка? Просто мне написала кучу девочек. Я первую, которая не застала, выбрала. Поехала с ней по делам. Купила, короче, себе тетрадку для хейтеров. Потом купила себе пирсинг, который мне там нужен в нос, потому что мой уже как бы открутился. Вот. Поехала с ней, покушала, и уже время вечера, и уже, короче, мне нужно по другим делам. Значит, в принципе, суббота говорила то, что сейчас в субботу будет, типа, офигенно классно. Типа, в субботу будет солнечно. Сегодня нифига солнечно не было, на самом деле. Сегодня было пасмурно и даже ветер. Типа, мне опять уши продуло. Мальчики, когда мне же до Москвы доехать надо будет? Да вы все такие вообще. Посмотрим, когда мальчики. Почему здесь так много человек? Потому что я популярная. Нет, сейчас бы 200 человек считалось популярной. Пожалуйста, человек, который со мной хочет сейчас встретиться, вот ты можешь, пожалуйста, я умоляю, чтобы ты вышел в метро Чеховская. Это Чеховская, да, все, это Чеховская, это точно. Это просто Чеховская в центре, это три станции одновременно. Чеховская, Пушкинская, Тверская. И ты в разных сходах заходишь и на выходах, короче, говоришь, типа, мы встретимся на Тверской на выходе. И ты оказываешься вообще за километр, блин, от этого места и ходишь как долбоёб туда-сюда. Ну, линии, какая разница? Ты знаешь, что будет чемпионат по России по плаванию? Мне это так интересно. Даже, кстати, в Москве с вытянутым айфоном на руке меня смотрят очень странно. Ты лучшая. Спасибо. Мне сегодня такое дежавю случилось. Короче, ребят, слушайте. Мне сегодня написал чувак, с которым я виделась в Красноярске и в Москве в 2014 году. Вот так. Он меня тогда, в 2014 году, звал в то место, в которое я сейчас иду, спустя 2 года. Но я с ним разосралась тогда, когда я выскочила из машины и, короче, и типа, и... Ну, короче, просто выскочила из тачки и писала другому чуваку, чтобы тот меня забрал.
Но сегодня еще и тот другой чувак, а вернее его друг, написал, что типа, прикинь, у меня есть друг, который тебя видел 2 года назад. Короче, пиздец какой-то происходит непонятный. Типа, я такая думаю, что люди с 3 разных линий одновременно пишут мне за день. 3 разных человека, 3 разных времени, 3 разных ситуации, и они в один день просто появились, между собой связанные. Чё происходит вообще? Чё закон РФ? Чё, блядь? Чё, психанула? В смысле психанула? Чё психанула? А, чё психанула в 2014 году? Ну, я боюсь скорости просто, поэтому мы ехали очень быстро, и я, ну, типа, я попросила остановиться, я просто вышла из машины. Стой, ли, приходи на остановочке, посидим. А. Всё-таки, знаете, что прикольно? То, что, как бы, в Красноярске меня давно бы уже засмеяли. Не засмеяли, а давно бы уже 100-500 людей подошли. А в Москве ты никому нафиг не сдался, никому нафиг не нужен. И можешь надеть, что хочешь, короче, выглядеть как хочешь, идти куда хочешь, говорить, что хочешь, всем насрать. И людей до хрена, и никто друг друга дважды не увидит, блин. Офигенно. Я вообще, я прилетела 2 дня назад, и уже просто я спала от силы, может быть, за день 4 часа, и за вот вчера 4 часа, потому что встала в 8 утра, сразу пошла. Передавай привет, кому передать приветы? Ровно 5 минут назад я был там. Сука! Бульвар Депо сзади тебя? Где? Нет! Там дико ржал. Да я что знаю, что ли, люди. Очень прикольные людишки. Вот эти вот дырдастые на меня полили, кстати. Забавненько. Я иду, на самом деле, у меня юбка. Смотрите, как у меня юбка. Типа, она задирается, пиздец, видно просто колготки. Поэтому мне постоянно нужно ее... Че надо, блядь? Поэтому постоянно ее нужно поправлять. Я как будто в штаны насрала, иду такая... Что за карьера North Face? Что такое North Face? Уже темно, сука, уже темно. Где? Где? Где ты? Где ты? Где ты? Ненавижу так встречаться с людьми. Какой фирмы куртка? Это Bloomberg. У меня не фирменная куртка, это просто куртка-пакет. Я хотела такую, я увидела такую, я купила ее. Она офигенная. Так, мне чтобы в ушки не дуло. 5 минут назад я трахал суку Мерси. Это все гавриш. В Красноярске мне буквально 5 дней назад, 3 дня назад, вру, показали фараоны и показали всякую, короче, вот эту муть. И я теперь просто это слушаю. Пиздец. Кого ждешь? Жду друга, который должен был выйти на Чеховской. Мы должны были словиться на Чеховской на выходе, но просто с какой именно стороны он там стоит, я понятия не имею. Тут же нету переходов, которые наружу, есть только подземные везде переходы. Ты ведь уже кто ты? Ты, блядь, зашел на мой перископ и, типа, спрашиваешь, кто я? Ты, если зашел на мой перископ, значит, ты зашел с моей группы ВКонтакте в перископе. Там 8 выходов, но именно с той стороны, которая ближайшая к заведению, короче, к такому. Либо мне придется бросить, что в моем спрайте? Эта сука не знает, что в ее спрайте и что в твоем. Какая фирма куртка? Bloomberg. Pull and Beer. Тривиальная такая. Не Tommy Hilfiger. Volga Smoking Session. У меня сейчас так телефон сядет, и мне... Нет, мне 40%. И есть зарядка. Искра, буря, безумие. Прикиньте, короче, я вчера стою, значит, вообще просто когда... Я вчера встретилась с человечком. Стою, значит, на смотровой в детском, короче,
в детском мире. Было прикольно просто. Стоят, ну, я стою с другом, и стоят парни, такие говорят, и они говорят фразу, что читают, и говорят фразу, ты глядишь на меня, я смотрю на тебя, и я такая подхватываю, типа, искра, буря, безумие. Ну, блин, очень круто, типа, незнакомые люди, и такое, типа, ощущение просто пиздатое. Блин, ну я в белой куртке, меня невозможно не узнать, когда я, типа, люди, которые хотят со мной встретиться, они меня не могут не узнать, потому что я пиздец какая яркая и видная издалека. И вот так вот ждать по 15 минут, 30-40, я вообще заебалась. Куртка от Гоши Рыбчинского. Вот в этом я ненавижу, вот у метро. Хожу как дура. Я уже врубаю перископ только для того, чтобы человек, который меня хочет встретить, чтобы он по перископу понял, где я.